В Вашингтоне прошел 8-й транскаспийский форум. Дипломаты из стран Центральной Азии, Грузии, Азербайджана, Турции и Армении, а также представители Госдепа, Торговой палаты США и Всемирного банка обсудили проекты по развитию логистики и транспортных маршрутов, пролегающих через государства Каспийского бассейна. Американские эксперты отметили производительность и огромный потенциал среднего коридора, называя его великим шелковым путем современности. Отмечу, транскаспийский международный транспортный маршрут может сократить сроки транспортировок из Китая в Европу почти в два раза. За прошлый год объем грузоперевозок по нему составил около 2,8 миллионов тонн. Это почти вдвое больше, чем в 2022. Важным приоритетом является дальнейшая диверсификация и развитие торговых путей. Необходимо реализовывать и развивать крупные проекты. Одним из таких является проект компании «Ваптек» по производству локомотивов на заводе в Астане. Это важно не только для Казахстана, но и для всех стран Центральной Азии. Сейчас мы видим, что между Азербайджаном и Казахстаном налажены грузоперевозки. Туркменистан тоже начал вовлекаться в процесс. Грузия совершенствует транспортную инфраструктуру, доставляющую грузы на запад и обратно. Стороны перешли от слов к делу. Мы видим реальный прогресс и думаем, что этот темп будет расти.